Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать еще очередной лайфхак для массажистов. Работая с телом человека, да, мы можем усилить на него воздействие таким образом, когда, например, находим какие-то триггерные точки, и для этих целей мы используем банки. Банки могут быть любые. Ну, там вот у меня стеклянная, да, с резиновой грушей, могут быть просто резиновые, силиконовые, любого размера. Например, каким образом? Вот мы нашли некоторые точки, да, и пока мы будем работать с другой областью, в данный момент эти места у нас будут оттягиваться, увеличиваться кровообращение. Ставим банки вот таким способом, да. Ну, на тех точках, где мы их нашли, да. А в этот момент мы работаем, например, с ягодицами, да, или с поясницей, то есть нам эти банки в данный момент не мешают, а только помогают. Или, например, мы работаем с ногами, да, можем эти баночки сместить и поставить вот на определенные точки для разблокировки мышечных волокон. То есть это не прямой баночный массаж, как вы понимаете, да, это именно для ускорения процессов нашей работы. Для его, например, большего эффекта. Ну, если хотите, можете как бы за дополнительную такую вот услугу с банками взять деньги. Я, например, работаю вот сейчас с лопаткой человека, да? Или его с шейно-воротниковой зоной. То есть банки мне в данный момент не мешают, как видите, да? Да, голову вот в сторону. Вот, прорабатываю лопаточку, потом перехожу, например, на другую зону, например, работаю с этой стороны, да, банки опять я сдвигаю туда, куда мне надо. Вот, здесь уходят мышечные блоки зажима, да, я работаю, например, совершенно другой частью тела. Так что, не забывайте использовать в своей работе дополнительные средства, ну, в данном случае это банки. Это не баночный массаж, это просто некоторые дополнения. Или после того, как вы человека промассировали, да, отпускаете его, вы ему можете поставить банки, чтобы он еще минут 15-30 походил с ними и еще больше увеличил кровообращение в той области, где вам надо. Ну, например, для убирания холки у человека, там, или для решения проблем с ногой. Вот сюда можете ногу поставить, он пока еще ходит какое-то время. Или лежит, отдыхает. Все, в следующий раз я расскажу еще некоторые лайфхаки, ускоряющие и улучшающие процесс вашей работы.